Кончили очередной свой объект. Вот такая банька получилась. Вот в таком диком стиле. Второе, кто на очереди? Вот такой сруб. Проемы еще ничего не прорубали. Вот. Отличается от стандартных тем, что вырубка невысокая. 1,90 м, там 2 м. И дальше ставятся постенные стропила. И потолки на будущее подшиваются по стропилам. Комната отдыха вот в этом помещении, вернее, это терраска. В этом помещении комната отдыха будет, а здесь парная с душевой совмещенная. И везде потолки подшивается именно по стропилам. Ну, в принципе. Вот такая красота.